Жители Подмосковья могут отказаться от бумажных платежных документов в пользу электронных. Электронный счет – точная копия бумажного. Он несет тот же объем информации и имеет ту же юридическую силу. По электронной версии платежного документа легко восстановить историю платежей и подтвердить факт оплаты. Независимо от того, какой счет вы получаете, электронный или бумажный, история начислений и платежей надежно защищена. Каждый день МОСОБЛ ЕИРЦ делает резервное копирование базы данных – Подписку на электронный счет можно оформить в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении МособлЕирдс.